шоу, где артисты из народа поют вместе со звездами. Всем привет! Я Камила Жусупова и представляю моего соведущего Ерланби Даулетяр. Я Хайрлыгын достар. Назарларыңызға Дабыл Дау шоуының жаңа шығарылымын ұсынамыз. Бағдарламамызды бастамай тұрып, шоу тәртібі жайында тағы бір естеріңізге сала кетейік. Осы жаздағана біз жалпы бұқаралық кастинг жариялаған болатынбыз. Бұл байқауға кез келген адам қатысып, елімізге танымал жұлдыздардың бірімен дуэтте ән айталады. Шынымды айтсам, таңдау оңай болған жоқ. Сөйтіп шоуға 24 танымайтын әнші қатысатын болды. И все они проходили первый этап, и только 8 участников смогли стать полуфиналистами. И сейчас борьба за место финалиста в самом разгаре. Напомню, что окончательную победу мы определяем с помощью вас, с помощью ваших голосов. Это значит, что вы решаете, кто приедет к нам в студию и споет со звездой уже в нашей студии КТК. Я дұрыс айтасын, Камила. Ең қызығы әлі алда. Айтпақшы, өткен жолы екі дуэттің әнін таңдаған болатынбыз. Біріншісі Евгения Қылышбекова мен Инди. Адильжан Тлеужанов, который выступил в дуэте с Айкыном Тулемберген. И вот как вы проголосовали на нашей странице в Instagram ktk.tv.kz. Сонымен, екінші финалға шыққан адамның аты жөні белгілі болды. Ал енді келесісін анықтайық. Кімнің бағы жанар екен? Қарсы алыңыздар. Бүгінгі жартылай финалдың кейіпкерлері. Арайлым Баярлина, және Мәулеш Әбжапаров. Именно они стали победителями в первом туре в своих битвах дуэтов. И сейчас предлагаю узнать, кто же поможет им сегодня из звездных гостей оказаться здесь, в студии КТК, на финальном концерте. В этом нам поможет наша система. Итак, с кем же в дуэте поет Арайлым? Внимание на экран. И это Юлия Савичева, российская исполнительница. Поздравляю, Арайлым. Уже через пару минут мы увидим нашу участницу на экране. Я ендеше Мәулеш Әбжапардың кіммен ән шырқайтынында анықтауғына қалды. Тағда тізгінді Дабыл Дауыс электрондық жүйесіне берейік. Сонымен... Мәулешке достар, отандық әнші Иван Бреусов пен дуэт құру бұйырыпты. Олай болса, құтты болсын дейміз. Да, что ж, все участники определены. Кстати, замечу, что и Юлия Савичева, и Иван Бреусов, оба они были участниками конкурса «Фабрика звезд». Правда, в разные годы. Так что им уж точно знать, каково это принимать участие в подобных песенных соревнованиях. Поэтому они с радостью нас поддержали. Ну, а с главными героями дня мы уже на связи. И первое – это Арайлым. Итак, Арайлым у нас на связи. Добрый день, как нас слышно? Добрый день, все хорошо, у вас отлично слышно. Замечательно. Надеюсь, что связь нас никак не подведет сегодня. Как настроение? Настроение снежное, как в столице у нас. Ну, мы в любом случае, несмотря на снежное настроение, на холодную погоду, рады вас видеть. И надеюсь, что ваша улыбка растопит сердца и наших зрителей, которые будут за вас голосовать. Арайлым, біз сізді кезекті рет біздің Дабыл Дау шоуында көруге қуаныштымыз. Жаңағыны өзіңіз айтып өткендей, көңіл күйіңіз Астананың суығындай қатты болғанымен, әніңіз өте әдемі және жылы болады деген үміттеміз. Сіз енді бұйырып тұрғандай Юлия Савичевамен ән айтасыз. Все верно. Прямо сейчас мы вам предлагаем исполнить дуэти песню «Эверест», но сначала хотим вспомнить, как прошел
первый этап. Тогда Райлым пела в дуэте с Дианой Исмаил зажигательную песню. Давайте посмотрим. Тож и в голосовании уже, да, на последних минутах удалось прорваться Райлым вперед. И вообще было волнение тогда? Да, было волнение. Вы шли вместе со своей участницей практически наравне. Она даже опережала какое-то время. Да, опережала, я думала, ну все, ладно, значит, бирмаду маган будем. Что ж, желаем вам удачи. Будем надеяться, что увидим вас в финале. Но опять же, все решит, конечно, зрительское голосование. Я өткен жолғыдай көлікте әдемі ән шырқағаныңыздай, бұл жолда керемет ән шырқайды деген үміттеміз. Сізге тек сәттілік тілейміз, Арайлым. Итак, сегодня вы поете вместе с Юлией Савичевой. Вот так формат нашего шоу позволяет расширить границы. Уже не в первый раз нас поддерживают артисты из соседних государств, чему мы, конечно, очень рады. И совсем недавно Юля выпустила новую песню «Эверест». И вот сегодня мы ее слышим в шоу «Дабл Даллас». Арайлым, удачи! Спасибо. Привет, Казахстан! С вами я, Юлия Савичева. Спасибо телеканалу КТК и проекту Double Dawis за возможность петь с вами дуэтом. Я очень рада, что моя новая песня «Эверест» вам понравилась. И прямо сейчас давайте споем ее вместе. И мне никогда не надоест покорять тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть, хорошо там. Любовь, как Эверест, никакой другой мне не надо. Снова торопясь увозят днем нас куда-то разные маршруты. Но ты заслонишь дверной проем и замрешь в нем на минуту. А я на носочках дотянусь, прикоснусь к щеке губами. Ты выше точка моих чувств, их не передать словами. И не было звонков, на которые ты не ответил. И не было слез, которых ты не заметил. Так много пустяков люди на нашей планете принимают всерьез, но мы над всем этим. И мне никогда не надоест покорять тебя. Создал ночь на двоих, ее все время мало. Я будильник бы выбросила прочь и тебя вечно обнимала. И мне непонятно, что влечет с такой дикой силой наши души. И как на вершине кислород каждый миг все больше нужен. И не было звонков, на которые ты не ответил. И не было слез, которых ты не заметил. Так много пустяков люди на нашей планете принимают всерьез, но мы над всем этим. И мне никогда не надоест покорять тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть, хорошо там, где мы рядом. Каждый твой взгляд или жест говорит, что счастье в жизни есть. Наша любовь, как Эверест. И мне никогда не надоест говорить тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть, хорошо там, где мы рядом. Каждый твой взгляд или жест говорит, что счастье в жизни есть. Наша любовь.
Керемет, керемет, Арайлым. Арайлым, менде сізге бір сұрақ бар. Сіздің музыкалық біліміңіз бар сияқты, я? Яп, бар, я. Я? Қандай мамандық сонда? Әншісіз ба, жоғалде, аспапшысыз ба? Мен мамандығым диплом бойынша режиссер-постановщик. Музыкаға қандай қатысы бар? Творческий человек, он творческий везде, наверное. Да, я уже больше 10 лет пою в ресторане. Бәсе, бәсе, осыны сұрайын дегем, осыны білейін дегем. Негізі, керемет, Арайлым, орындауыңызға мына жерде бізде сүйсіндік. Аршетінде Савичеваның өзі де кішкене сүйсінгендей болды сіздің орындауыңызға. Бірақ ойдағыдай шықты, гарнитурамен айтқаныңызға қарамастан, өте әдемі шықты. Сізге микрофон берсе, сіз негізі Савичевадан да асып түсетін сияқтысыз. Действительно. Поздравляем вас, Арайлым. И как поет Юлия, хорошо там, где мы есть. Это действительно правда. Слова эти можно отнести и к нам. Участие в Double Daos и дуэт именно с этим конкретным исполнителем. Все это те события, которые наполняют настоящий момент. Так что поздравляю. Осталось дождаться результатов голосования. Желаем удачи. Пока-пока. Благодарю. Спасибо. Я сәттілік сізге, Арайлым. Рахмет. Сонымен, достар, енді келесі таңдауымызды жасайтын уақыт келді. Мәулеш Әбжапаровпен бірге бізде Иван Бреусов болады. Мәулеш дәл қазір бізбен байланыста. Қайырлы күн, Мәулеш, қалың қалай? Қайырлы күн, сәлеметсіздерме. Мәулеш, бірінші турдан екінші турға өтемін деген сізде бір күмән болды ма? Я болмаса, сенімді болдыңыз ба өтетініңізге? Күмән болды, өйткені бірінші турда әнді білмеуімнің себебінен айта алмай қалдым дұрыс. Я, соған қарамастан, Мәулеш, сіз екінші турға өтіп отырсыз. Біз сізге енді екінші кезеңде де сәттілік тілейміз. Да, все верно. А Мәулешу действительно тогда было сложно в дуэте с Дианой Шараповой. Но потом мы услышали его акапельно, и зрители не устояли и подарили свои голоса Мәулешу. Давайте вспомним, как это было. Керемет, Мәулеш, мына жерде сол кезде еске алып, тағы бір сүйсініп тыңдадық әніңізді. Мағыз, талант, әйтеуір бір жарып шығады деген осыған қатысты айтылған болса керек, иә? Да, что ж, Мәулеш, надеюсь, готов. И сегодня он исполнит песни с Иваном Бреусовым. Песню нашей молодости, как мы говорили, обсуждали это с Ерланом. Песня из нулевых «Уходя, уходи». Давайте послушаем. Привет всем, я Иван Бреусов, присутствую сегодня на проекте Double Daos. Надеюсь, что вам понравится моя песня, которая называется «Вот и все». Написал ее замечательный автор и композитор Алексей Маклай. Подпевайте вместе со мной, возможно, вы даже знаете слова, поэтому это будет еще приятнее. Зажигаем. Иван Бреусов здесь. Готовы петь вместе со мной? Я уверен, вы знаете эту песню. Знаю. Вот и все, и сердце осколки, с листвою ветер унес. Вот и все. Вот и все, разбросаны камни, а вместе слов тишина. Вот и все, снега между нами, хорошо, и остаемся одна. Уходя, уходи, любовь не терпит повторов, скоро кто-то другой день.
прими подарок небеса, тебя свобода за собой зовет. Вот и все, последние угли остыли в сердце моем. Вот и все, вулканы уснули, нам стало скучно вдвоем. Вот и все, храни себе безумство. Теперь придется закрыть. Вот и все, становится грустно. Тебя придется забыть. Уходя, уходи, любовь не терпит повтора. Скоро кто-то другой тебя своей назовет. Уходя, уходи, вот сто дорог у порога. Прими подарок небеса. Тебя свобода за собой зовет. Еще один же, не нужен долгий разговор. Друг друга мучать ни к чему, нам повторяя вздор. Такой тупой, пустой, что ты не сердце. Мне любви не надо, твоей забыть легче. Ты остаешься одна, так будет проще расстаться мне и тебе, бывает. Что-то на меня играет судьба, решает все за нас секунда. И ты одна, уходя, уходи. Любовь не терпит повтора. Скоро кто-то другой тебя своей назовет. Уходя, уходи, вот сто дорог у порога. Прими подарок небеса, тебя свобода за собой. Уходя, уходи, любовь не терпит повтора. Скоро кто-то другой тебя своей назовет. Уходя, уходи, вот сто дорог у порога. Прими подарок небеса, тебя свобода. Уходя, уходи, любовь не терпит повторов. Скоро кто-то другой тебя своей назовет. Уходя, уходи, вот сто дорог у порога. Вы большие молодцы. Спасибо. Аплодисменты и аплодисменты Мавлеша, потому что сегодня как раз Мавлеш не растерялся, был 100% готов и подарил нам свое выступление Рахмету. И, если честно, мы тоже не выдержали, подпевали. И если вы, друзья, услышите на заднем фоне наши голоса, уж простите, но я думаю, что мы не помешали вашему прекрасному исполнению. Мавлеш, өзіңізге ұнады ма орындағаныңыз? Ұнады, өте жақсы ұнады. Бізге де ұнады. Енді айтарымыз, сіздің Дабл Дауыс шоуындағы ендігі тағдырыңыз әрине көрермендердің дауысына байланысты. Олай болса, біз сізге тек қана сәттілік тілейміз әдеттегідей. Рахмет. Рахмет, Мавлеш. Айтпақшы, дауыс беру осы жұмада бар болғаны 24 сағат жүреді. Ұнатқан әнші уыстан шығып қалмасын. Белсенді болайық, құрметті көрермендер. Да, ваших руках, друзья, судьба наших участников сегодняшнего выпуска. Кто станет же финалистом? Айралым Боярлина, которая пела в дуэте с Юлией Савичевой. Так много пустяков, люди на нашей планете принимают всерьез, но мы над всем этим, и мне никогда не надоест покорять тебя. Или Мавлеш Абжапаров, его выступление мы услышали вместе с Иваном Брюсовым. Вот и все, храни себе безумство, теперь придется закрыть. Вот и все, становится грустно, тебя придется забыть. Уходя, уходи, любовь не терпит повтора. Скоро кто-то другой тебя своей назовет. По
запомните, это Screen Live Show. Наши участники поют через экраны своих телефонов и технически полностью оцените голос. Конечно, сложно, но уверена, вы сможете сделать свой выбор. Арайлым мен Мәулеш көрермендердің толы терін күтіп отыр деп ойлаймыз. Дауысты Инстаграмдағы Айғулақ КТК ТВ Кейзет парақшасында осы жұмада береміз. Ұмытпаймыз, ең көп дауыс жинаған өнерпаз әрине финалға шығады. Мына видеоның астына аямай пікір қалдырыңыздар. Ұнатқанды тайға таңба басқанда етіп белгілеп қойыңыз. Голосуйте на нашей странице в Инстаграм КТК ТВ КЗ. В ближайшую пятницу тот участник, который наберет больше всего голосов, появится здесь, в студии КТК. Оставляйте свои комментарии под этим видео, отмечайте тех, кто вам понравился больше всего. А через неделю мы встретимся с новой парой участников. Олардың кіммен бірге ән шырқайтынын келесі аптада білетін боламыз. Айтпақшы, КТК ТВ YouTube арнасына да жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені Дабыл Дауыс шоуын бастан аяқ тек сол жерден көре аласыздар. Кездескенше, күн жақсы, достар! Пока-пока!